Здравствуйте, вы находитесь на канале Homo Online. Сегодня такое видео, часть, конечно же, вторая. Новый год. Люди положила в стаканы, потому что она включила свой ужасный актив. Я не могу ее даже словить. Джуди, девочка моя, ты где? Не вижу Джуди. Джуди, Джуди. Села умываться. Джуди, мы тебя долго ждать не будем, будешь тут оставаться. Сползла моя девочка. Идем на ручку, боже мой. Ну, не хочет идти, правда говоря, побежала в другой уголок. Ладно, давайте мы ее возьмем. Так, нет, не надо. Так. Я хочу, чтобы она покушала. Но она не хочет кушать, поскольку я уже поняла. Ладно, давайте обратно посадим, она была права. Что мне там делать? Ой, тихо, тихо, чуть не упала. Так, отпустила ее обратно побегать. А мы сейчас займемся Сонечкой и кабачком. Сонечка, где моя девочка? Где ты там, пузатенькая моя? Смотрите. Ты такая поза интересная, Соня. Смотрите, поза вообще. Я, кстати, вот тут вот такая вот черненькое пятно возле попы. Это очень интересно. Очень красиво. Кушать, Сонечка. Не, не будем. Ты пить хочешь? Ну, пить хочет, оказывается. Пустила свой зайчиков побегать. И пока что кушает. Сонечка очень плохо видно в темноте, вообще почти не видно. Только видно белую вырезку. Самый яркий цвет, свет. Мышка, ты куда поползла, девочка моя? Девочка, я уже девочка кабанчика называю. Что точно? Накурилась. Так. Что-то боюсь, что у нас тут дырочка, она может убежать. Так, Соня уже не хочет кушать. Она очень быстро бегает. Купила баночку. Кабачок. Ладно, мы его тоже посадим. Давайте попробуем покорить их. Аккуратненько, я не хочу, чтобы на них. Соня, будешь водичку? У нас поилка вроде бы капает. Они не хотят. Еще раз, ребята, все с Новым годом! Ура! Я хочу насыпать корм. Пускай кушает. Посмотрим на наше окно. Салюта нигде нет, если бы был.
чтоб я показала. Ладно, ну я думаю, что после 12 часов, когда я буду снимать видео, будет все. А включи, пожалуйста, обратно, там, где Дед Мороз был. А, включи, пожалуйста, где Дед Мороз был. Видите? Все, реклама. Что у тебя тут повалило стакан? Ну и что это такое? Поваленный стакан. Будешь лазить дальше, разбивать стаканы тут? Что ты к нам попой села? Ой, мышь шустрая такая. Я лучше так безопасно, надеюсь. Дышать она тут может. Тут сверху есть. И сейчас такой разрез. Это мамочек нам там воздуха есть. Такая шустрая. Лохматая стоянка. Нас хочет запутать. Вот он, да, подобрезка развернула. Это не отражение, если что. Ну и ладно, все знают песню, да? Я не хочу, чтобы я показывала ее в кадр. Все не хочет, но я думаю, что она когда-нибудь снимет со мной видео. А тебя не спрашиваю. Мама, ты снимешь когда-нибудь со мной видео? Про мышек. Скажи да. Мама вся в песне. Давай бусечку. Умирала на садик. Сколько? Скажи нам время. Так. 22.30. Путин? Я живу в Беларуси, если что. Добавляйтесь, друзья, ссылочки все будут в описании. У нас такой аквариум красивый. Вообще весь такой блестящий. А Джуди там, как всегда, рюмки. Я разбиваюсь и бабушки на рюмки. Да, это очень старые рюмки, она тут берется, стирает. Если она узнает, это вообще будет. Ой, Джоти, что ты тут это? Чашку повалила. Ну и что ты тут шкодишь? Так, мышь. Уже все рюмки поразлетала. Так, что это? Я трогаю рюмку, она вообще не разбивается. Она прилипла, оказывается. Ладно, закроем. Лучший день. Мама, балдеть, взял песню. У нас такая еще большая, такие бенгальские огни. Это маленькие были в такой упаковочке. Такие бенгальские свечки. Это бенгальские свечки, не огоньки, не пытайте свечки. Джуди, хватит уже там рюмки валять. Рюмки валять. Джон, сейчас я сойду к брату и скажу рюмки валять.
все было. Да, я иду. Знаю маму. Думаю. Да, узнаю. Мы немножко прям это. Мамочка, что у тебя с халатиком? Всем еще раз с Новым годом! Простота у небесного моста раскидала перья птиц. Не забудутся ни никем. Праздник губ. А с этой глаз забери меня в свой плен. Ладно, всем пока, ребята. Вы были на моем канале. Будет еще эта вторая часть. Третья, четвертая, пятая. Ура! Я сниму, знаете. Люди там бегают, как угорелые. Смотрите на себя. Валит там рынке. Открывается во мне этой молодой луны крики. Мама все такая сидит.